Добро пожаловать на канал English Show. Правила игры просты. Иностранцам дается несколько попыток прочитать русские скороговорки. Проигравшему достанется наказание – 20-минутный бесплатный урок на английском языке с нашим подписчиком. Проигравшего определяете вы в комментариях. Мы же, в свою очередь, выберем того, с кем будет проводиться бесплатный урок среди комментаторов. Все просто. Вы комментируете, а проигравший проводит бесплатный урок для одного из комментаторов. Поэтому ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии. Поехали! Бесплатно. Первый раз бесплатно. Пакет под попкорн. 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 Под попкорн. Попкорн. Р, can you... Корн. Корн, yeah. Пакет под попкорн. Пакет под попкорн. Do you know what is it? A package of popcorn. Пакет под попкорн. Логично. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по... Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шоссе и... Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Сосала. Сосала. Шла Саша по шоссе. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Сушку. Сосала. Сосала. И сосала сушку. Се. Сушку. Сушку. Окей. Шла Саша. Шла Саша по шоссе. Шоссе. Шла Саша по шоссе и сосала шушку. Шла Саша по шоссе и сосала. Шла Саша по шоссе и сосала шушку. Шла Саша по шоссе и сосала шушку. Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями. Бессмысленно осмысливать смысл. Бессмысленно осмысленно. Несмысленными мыслями. Неосмысленными. Неосмысленными. Осмысленно. Осмысливать. Осмысливать. Смысл. Смысл. Безмысленно осмысливать смысл. Безмысленно. Чё? Безмысленно осмысливать смысл. Неосмысленные мысли. Мыслимые мысли. What is it? Несмысленными мыслями. Осмысливать смысл. What did I say? Смысл. Смысл. Look, I can't stop. He's laughing. He's like, yeah. Неосмысленные. Hello, darkness, my old friend. Безмысленно осмысливать смысл. 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 Неосмысленными. Неосмысленными. Неосмысленными мыслями. I've come to talk with you again. I've got to sound like a man. Imagine trying to sound like a man. That's really loud, like a man. Мыслями. A few moments later. Смысл. Неосмыслен. Ними. Мыслями. Молодец. Okay. I can just do it. Саша само совершенство, а еще самосовершенствуется. Саша само совершенство, а еще. Саша самосовершенство, а еще самосовершенствуется.
совершенство. Саша самосовершенство, а еще самосовершенствуется. А еще. 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 Знаешь, еще. Еще. Нет, еще. Он считает лучше, чем ты. Самосовершенствуется. Сама-сама-сенсула. Сама-сама-сенсула. Сама-с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 ама-
Саша самосовершенствуя, а еще самосовершенствуется. Самосовершенствуется. Jared, who are you? I'm Russian. Your father is there. Корабли лавировали, да не вылавировали. Ведь не веровали в вероятность вылавировать. Вот маловеры, веровали бы, вылавировали бы. Корабли лавировали, да не влавировали. Лавировали. Вылавировали бы. Jared, teach him. Я могу все что угодно сказать. Вылавировали бы. Не веровали. Не веровали. Вероятность вылавировать. Ват маловерей. Веровали би. Вылавировали би. Би. Вылавировать. Вылавировать. Oh, to this. What's the word to vomit? Vomit, тошнит, стошнило. No, there's another word. That. Вир. Can you pronounce it? Вировали. Вировали в верность. Вылавировать. Вылавировали, да не вылавара. Слышим? Вылавировать. Вот маловери. Вировали в виби виолавай би. Это ваш мужик сон. Вылавировать. Вот маловери. Вировали ви. Вылавировали ви. Вот маловеры веровали вы вылавировали вы. Веровали в верность. Вылавировать. Вот маловеры. Ведь не веровали в вероятность вылавировать. Вот маловеры. Выровили бы. Выровали. Еще? Вот. Вырвали бы. Корабли лавировали, да не выловили ветный бор. Вылавировать. Вот маловеры вырвали бы. Вылавировали бы. Веровали вы вероятность вылавировать. I was like, whoa, лавировали бы. Медленно трудно. Медленно проблема. No. Тише едешь, дальше будешь. Ну, медленно. Медленно едешь, дальше поедешь. Правильно. Дальше. Yeah, but it's the same, right? No, it's not the same. What do you mean it's not the same? Further. Slow, correct. No. Правильно. Slow, further. Вот маловеры веровали бы. Вылавировали бы. Нормально. Молодец. Вы посмотрели, как Джаред, Марк, Джессика и Джой читали русские скороговорки. Пишите в комментариях, кто из них сделал это хуже всего и кто будет проводить с одним из комментаторов бесплатный созвон. Ставьте лайк под этим видео и досмотрите это видео до конца. Подписывайся на наш канал. Hey, what are you doing? Come on! Подпишись на наш канал. Okay. Yeah, that's a good. Oh, thank you very much. Look at this. Ooh, it's a rose.
Darling, you're saying you're sleepy. That's okay.